Спасибо, Раф, вы уже ответили на это, но все-таки по поводу окружения. Я понимаю так, что в этом наша свобода выбора. Но группа, которая все-таки по принуждению, переводчик не понял вопроса, пусть повторит. Нет, не стоит. С одной стороны, нам кажется, что мы сами выбираем все. С другой стороны, когда мы смотрим на всю даже нашу жизнь, мы видим, что ничего мы не выбирали, но тот, кто направлял нас туда или сюда с помощью всевозможных событий, встреч и так далее. На самом деле нет ничего случайного в мире. Все это заранее уже предопределено, и так оно и должно быть. Наш выбор не в том, кто и как я, но мой выбор, что каждый раз на основе помех я установлю истинную цель и во все более точном виде. Если есть в человеке, кроме его желания получать, еще точка от желания отдавать, которая является точкой от конечной цели, да, это называется часть Творца свыше, точка в сердце, если есть у него, тогда этот человек, он приближается к этой цели с помощью того, что эта точка влечет его. И тогда зависит от человека, насколько он увеличивает, усиливает эту точку. И ее свечение, и воздействие на него. В этом весь наш свободный выбор. Мы ни в чем не выбираем, только чтобы усилить эту мощь отдачи хорошей отдачи на нас. Вот и все.